Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Оксана Ромашкина. И это очередной урок «Как научиться читать по-английски». Мы уже знаем, что все английские гласные звуки делятся на монофтонги, дифтонги и трифтонги. Что такое монофтонги, вы можете посмотреть в предыдущем моем видео. А сегодня мы поговорим о дифтонгах. Небольшой анекдот. В Лос-Анджелес в бар заходит пингвин и заказывает двойной мохито. Бармен, конечно, очень удивился, увидев пингвина, и побежал к хозяину заведения за советом. «Слушай, Джон, там сидит пингвин, сделал заказ двойной мохито. Как быть?» «Ну, сделай ему безалкогольный и возьми с него 25 баксов». Бармен так и поступил. Пингвин сидит у стойки и с наслаждением потягивает напиток. А бармен от любопытства сам не свой. Трется возле пингвина, раскладывает стаканы и хочет как-то завязать разговор. «Сказать по правде, к нам сюда не часто пингвины заглядывают», – начал бармен. «Будете по 25 баксов брать за двойной безалкогольный мохито, вообще не очень часто будут приходить». Итак, что же такое дифтонги? Дифтонг – это как двойной мохито у пингвина. Это двойной звук, состоящий из гласного ударного звука, ядра, и скользящего. В английском языке 8 дифтонгов. В русском языке их нет, поэтому мы очень часто любим недооценивать значение правильного произношения дифтонгов. И абсолютно напрасно. Превращение дифтонга в монофтонг часто меняет значение английского слова. Давайте рассмотрим примеры. Джоу – тесто. Но если мы дифтонг «оу», двойной звук, превратим в монофтонг «о», у нас получится слово «door» – дверь. «Coat» – пальто. Но если мы дифтонг «оу» превратим в монофтонг «о», у нас получится слово «catch», что означает «поймал». «Bounce» – отскок, упругость. Но если мы дифтонг «ау» превратим в монофтонг «а», у нас получится «банс» – неожиданная денежная удача. «Пиэдж» – веселый, оживленный. Но если мы дифтонг «е» превратим в монофтонг «и», у нас получится «пидж» – яма. Итак, давайте рассмотрим произношение дифтонгов поподробнее. 8 дифтонгов. Первый. «Эй». Например, как в слове name – имя. Второй дифтонг – оу. Например, как в слове no – нет. Третий – I. Например, как в слове my – мой. Четвертый дифтонг – ау. Например, как в слове how – как. Пятый – ой. Например, как в слове boy – мальчик. Шестой. «Ear», например, как в слове «hear» – «слышать». Седьмой. «Air», например, как в слове «where» – «где». Восьмой дифтонг. «Ue», например, как в слове «chue» – «тур». И еще разочек давайте повторим. Перед вами полная таблица дифтонгов. Двигаемся слева направо. «Ear», «эй», «уэ», «ой», «ау», «э», «ай», «оу». Вы видите, что иногда дифтонг «оу» превращается в дифтонг «эу». Когда у нас этот дифтонг под ударением, мы произносим его как «оу». А когда без ударения, у нас первый звук «ядро» в двойном дифтонге более сокращенный, более редуцированный. И поэтому у нас получается «эу». Итак, вы увидели, что в английском языке 8 дифтонгов. А сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о произношении. Очень многие люди думают, что им никогда не освоить английское, британское произношение. Но на самом деле существует общепринятое стандартное произношение по всему миру. Оно называется «received pronunciation».
Люди во всех странах нашего земного шара говорят на английском языке, и у каждого этот английский свой, не похожий на язык англоговорящих людей, живущих в разных местах. Для одних людей это родной язык, а для других – приобретенный. Посудите сами, могут ли все люди говорить с одинаковым произношением? Ответ однозначен – не могут и не должны. Все, что от нас требуется, это говорить разборчиво, чтобы нас понимали, используя стандартные, общепринятые правила произношения звуков. И давайте забудем наши сомнения по поводу того, есть ли у нас акцент или нету. У каждого человека есть свои особенности произношения. Самое главное – это чтобы мы четко и правильно выговаривали звуки, чтобы нас легко можно было понимать. Работая китом-переводчиком, я общалась с огромным количеством туристов из разных стран. И уверяю вас, что самое главное – это естественность. Очень многие люди, позиционируя себя знатоками чисто английского в кавычках произношения и вызывая восхищение у изучающих язык, на самом деле выглядят неестественно. Наша задача – освоить правильное произношение звуков и говорить разборчиво и уверенно. Не нужно никому подражать. Давайте будем собой, давайте будем естественны. Самое главное – это наша теплота к собеседнику и желание общаться. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, чтобы другие люди тоже могли увидеть эту информацию. А также это будет мотивировать меня к созданию следующих видео.